Добрый вечер, дорогие юные друзья! Сегодня вы узнаете продолжение истории о том, как Хома и Суслик ловили рыбу. Итак, устраивайтесь поудобнее у телевизионных экранов и слушайте. Нашли Хома и Суслик длинную палку, а нитки нет. «Ничего», – сказал Хома, – «и без нитки обойдемся». «А поплавок?» «А где я его тебе возьму? Я же не гусь, я из себя выдернуть не могу перо. Придется без поплавка, уж как-нибудь. А вот грузило найдем», – уверенно заявил Хома. «Пошли охотников искать. Только чур, как начнут палить, не беги, на лету дробь лови». Суслик сразу остановился. «Давай лучше без грузила, ну его». «Пожалуй, ты прав», – согласился Хома. «Все равно привязывать некуда». Накопали они червяков и уселись на крутом берегу. Прямо под ними омут, вода крутит, щепки носит. Хома палку держит, а суслик в воду червяков кидает и кричит. «Тяни!» Откинется Хома с палкой назад. «Сорвалась!» Час ловят, два ловят. Не ловится рыба, срывается. «Тащить не умеешь!» Вскинулся суслик на Хому. «Давай меняться!» Поменялись. Хома червяков бросает, а суслик палкой машет. Не ловится рыба, да и все тут. «Может, насадка не та?» Задумчиво сказал Хома. «Может, что-нибудь другое надо кинуть? Я слышал, сом на жареных сусликов берет». Суслик почему-то обиженно отвернулся. «Слушай», – вдруг засиял Хома, – «я догадался. Мы неправильно рыбу ловим. Ты полезай в воду и плавай, будь то ты насадка. Вместо поплавка я тебе полено кину. Устанешь – схватишься, отдохнешь. Эх, мы! Ну, лезь, лезь!» «А рыба?» – спросил суслик. «А что рыба? Ты будешь рыбу приманивать. Выплывет на тебя на дурня посмотреть. Хватай за жабры и мне на берег. Только подбирай». «Давно бы так!» – подобрел суслик. «Сколько времени зря потеряли!» Стал суслик с обрыва спускаться. Поскользнулся и шлеп в воду. Брызги полетели. Вынырнул и орет с перепугу. «Тону! Тону!» Хома ему скорей полено кинул. Хорошо, что промахнулся. Вцепился суслик в полено, носит его водоворот по кругу. «Спасите! Спасите!» – кричит. «Рыбу! Рыбу высматривай!» – советовал Хома с обрыва. «Не забывай, ты насадка!» А суслик, зная дно, вопит. «Спасите, спасите, помогите!» Пришлось Хоме палку ему с обрыва протянуть. Изловчился суслик, когда его на полене мимо проносило, и схватился за палку, еле-еле выбрался. «Видал?» – торжествовал Хома. «А ты говорил, зачем поплавок, зачем удочка? Только бы тебя без них и видели!» Больше они никогда не ловили рыбу. Так и как тут с ним, сусликом, ловить? Он только рыбу пугает. Вот такая смешная история, дорогие мои девочки и мальчики. Ну а сейчас посмотрите мультик и укладывайтесь спать. Пусть вам приснятся хорошие добрые сны. Спокойной ночи. До завтра.